ребята, дома я надеюсь, вы все делаете, делаете планочки, отжимаетесь от пола, делаете шпагатики. А сегодня я вам напомню, как делать стоечку на руках. Итак, для начала ручки ложим на пол. Ножки поднимаем, стеночки. И у стеночки стоим. 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Спустили ножки. Дальше. Разворачиваемся лицом к стеночке. Ручки ставим опять на пол. Берем ножку. И ножками достаем до стены. Стоим тоже 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Некоторые из вас уже умеют открывать шпагат. То шпагат открываете. Только те, кто со мной уже это делал. Есть. Спустить. Дальше мы с вами делаем мостики, да? Садимся на коленки. Есть. Попа у нас поднята, не внизу. И уходим. Ручками достали до пола и вернули. Еще раз. Достали до пола и вернули. Встаем. Встаем дальше. Дальше немножко отдалина стоит от стенки. Ноги широко. Руками достаем стеночку. Голову вниз. И мы спускаемся. А теперь поднимаемся. И еще раз спускаемся. И поднимаемся. Есть. Ножки собираем вместе. Ручками достаем пол. Коленки прямые. Прямые коленки. Не забываем об этом. И еще раз делаем напоследок стоечку на руках. Ручки на полу. Ножки к стеночке. Сама поднимается. Ближе к стеночке стань. Стань ближе. Давай. Поднимайся. И стоим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь. Давай еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Спускаемся. Есть. И напоследок делаем с вами планочку. Встаем на локти. Ножки выпрямляем. Встаем на носочки. И держим. Голову поднимаем. Голову подними, подними голову. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И все? Да. Вот такие вот упражнения должны вы делать каждый день, для того, чтобы у вас в дальнейшем получилось сальто и получилось колесо. Все, пока-пока, встретимся с вами.